первую шайбу забросили за Барс. Какие впечатления, эмоции? Ну, очень рад. Это, ну, хороший гол получился в большинстве. Очень рад, буду стараться еще забивать. То, что команда такая неудачная серия, это как вообще сказать, настроение какое? Ну, ничего страшного. Как бы будем исправлять свои ошибки, будем двигаться дальше. Кстати, сегодняшнее поражение Булита, это, в принципе, неплохо, просто то, что было 0-2, да, и, в принципе, команда. Ну да, конечно. Поначалу где-то немножко подрасслабились, потом поговорили насчет того, какие ошибки сделали, собрались, догнали. Но в конце, конечно, немножко не повезло, что пропустили гол там за 40 секунды вроде. Ну а дальше лотерея. Немножко тоже не повезло. Через два дня у вас будет первое зеленое дерби. Особенно спрашивали, да? Ну, будут матч с Латвией Лайон. Ну да. Проникли сюда. Ну уже да, слышал насчет этого. Ну, будем готовиться.